императрица Каятель. Мы начинаем ритуал доказательства. Авангард выставляет своих воителей. Надо сразу прикидывать, как мы будем проходить это в гейме на следующей неделе. Реально что-то говорили? Я не пропустил. Очень пафосные фразы. Смешение крови. Турелями обложили, замечательно. Да, будто бы нам на полграундах не хватало их. Турелик с андроида. Это уже босс? Сходи по полоске, да. Да. Господи, почему так заряжается то долго все? Вы по доброй воле ступили в мой имперский танк Галфас Электус. Это честь для меня. Желаю вам умереть славной смертью. Галфас Эректус? Че, звучит как что-то знакомое, нет? Как название какого-то препарата. Чувак, куда? Налево, направо. Сквозь эту штуку можно не пролететь к нему. Да, крутится. Так же, как на миссии. Господи, что делать-то? А, вон открылись двери. Вы ползете по имперскому танку. Сражаетесь против целой армии. И ради чего? Чтобы остановить очередного деспота. Ура, Левиафан. Да, реально Левиафаном пахнуло. Сейчас они сюда два рейда засунут. О, тут сидушка. Есть какое эмоции сидеть? Я не с тебя оставил. Симитирай. Расправьтесь с ними, если сможете. Если это необходимо, то будет так. Чутом. Господи, псионы на этих. На танках. Я только хотел сказать, надеюсь, самих танков не будет. Да, на гейме уже явно будет весело. Да, я даже думаю. Тебе и снайпера, и техника.
Надо на этой штуке поехать. Ой, нет. Надеюсь, не надо. Вы стражи. Лезет. По моему танку, словно крысы. Вот так, значит, воюет. Предусмотрели. Нас опять крысами нажали. То умными, то неумными. Постоянно крысами. Не жди благодарности. Выжившие вырастут, обретут знания. Отлично. Если наши враги способны чему-то научиться, то пусть сделают это благодаря нам. Мне рассказывали про демонов, которые подрубали ноги могучим героям. Мой танк так легко не одолеть. Фу. А он разве двигается? По-моему, он же на месте стоит все это время. Чем там гусеницы песок перемалывают. Может, он добывает что-нибудь? Гусеницами. Да? Господи, эти релик. Репетиция этого. Торговца оружием. А что да, напоминает эпоху так. Выглядит как лифт. Это босс-арена или лифт? Лифт. Моих воинов не так легко убить. Они сражаются, потому что ни один лифт поместится. Однако я так. Как такой. Они бы сражались, если бы ты даровала им надежду. О, о, корона. Реально, Левиафан. А ваш? Начнем ритуал доказательства. Фига себе. Ты чего, сцена? О, Нигла. О, как его зовут? Игновун, избранный Каят. Игновун, господи. Имя-то какое неправославное. Верные атаки. Ну, вот эти огненные атаки мне не нравятся, да. Не, ну это уже жопа на гейме. Максимально открытая арена, куча мобов, босс постоянно атакует.
ну, особо не посидишь. Мы едем, кстати, реально. Смотрите наверх. А, вижу, да. О, я сейчас засмотрелся наверх. Так, надо сломать эту хрень. Пишите налет на обычном уровне сложности менее 15 минут. Победа в ритуале доказательства осталась за тобой. Ладно. Я не нарушу наше соглашение. Ваш воитель сражался с честью. И с честью вы принимаете поражение. Че, все что ли? Вы сделали перемирие?